Любанька. Любанька Адель сьогодні. Таке впечатление, що ми в нашому театрі. Як-то все так похоже. Кажется, що ми в нашому... Іди на ту сторону. Ще рано, подожди. Женщина в розовом платье. А вы спрашиваете о баронессе фон Грайзенсу? Так она баронесса! Да, господин Фальк. Простите, но откуда вы меня знаете? Госпожа Розалинда, как вы сюда попали? Где я? Он там! В тюрьме! Вы даже не представляете, как мне радостно это слышать. Ага, мне вдруг показалось, что Генри... Что он меня обманывает? Ну как только такие мысли могут приходить вам в голову? Вы знаете, я проводил его до самой тюрьмы. И когда за ним закрылись ворота, у меня просто слезы из глаз брызнули. Представьте себе, ночь, жуткая тишина. Только изредка шаги часовых. Бедный, бедный, бедный. Наверное, он убил часовых и бежал. Генрих! Генрих! Ай-яй-яй, как нехорошо получилось, нужно предупредить Генриха. А впрочем, зачем? Пусть выпутывается сам. Ребятки, прикид мой. Мой пульт такой. Серега, что это за пульт? Ой, это страшный пульт, это как в корабле подводного. Как танк, слушай. Ключи такие огромные. Это настоящие ключи или реквизит? Реквизит наш на третье действие. Я думал, может, это настоящие. Крутаны, что будет, то будет. Так долго оживленно разговаривает с лакеем. Положила руку ему на плечо. Хохочет. Фальк, поздравь меня. Я познакомился с летучей мышью, и завтра вечером у меня с ней свидание. Поздравляю, счастливчик.
Вот я влюбился. В кого? Баронессу. Поздравляю. Счастливчик. Послушай, Фальк, это же... Что это же? Да нет, ничего. Нет, постой, ты мне что-то хотел сказать. Я хотел сказать, что это же глупо стоять у спехотистоли, поступая по-мужски, как я. Генрих, я радею. Я наблюдал, как она разговаривает с мужчинами. Ну, как это гей. Да, зато сейчас она разговаривает с лакеем. Ну, как с мужчиной. Ну, я побежал. За летучей мышей. В жизни не видел более интересной женщины. В жизни не видел такого идиота принять жену за интересную женщину. Принять за Дэйн, за баронесс. Ну и дурак. Сколько бы я отдал, чтобы быть на месте этого лакея. Оранжат, лимонад, мороженое, оранжат, лимонад. Послушай, голубчик. Да, ваша милость. О чем с тобой разговаривала баронесса? Уж очень мне, говорит, надоело это высшее общество. Поразительно. Почему поразительно? С ними, говорит баронесса, даже поговорить-то не о чем. Не то, что со мной говорит. Ну и давай, значит, расспрашивать. Это о чем же? Первым делом о мусоре. Как о мусоре? Ну, много ли от вас, от гостей, мусора? Потом танцевать приглашала. Тебя! Да врешь! Есть Богу! И ты бы позволил себе танцевать с баронессой? Я бы себе позволил. Да мне вот моя дробь не позволяет. Так на том и разошлись. Оранжат, лимонад. Послушай, голубчик, давай-ка мы переоденемся, и сегодня я вместо тебя на маскараде побуду лакеем. Интересно. А может и дробь с собой возьмете? Дробь ты оставь себе. Оранжат, лимонад, мороженое. Мороженое. Оранжат, лимонад, мороженое. Оранжат, лимонад. Мороженое! Мать Святая Богородица, господин Фальк. Оранжат, лимонад, мороженое? Не понимаю, почему он изображает из себя лакея? Не понимаю, почему он со мной не заговаривает? Мороженое! Оранжат, лимонад! Мороженый! Подходи, пальчик оближешь! Слушай, красавица! Послушай, голубчик! Заговори, голубчик, так ласково! Слушай, сударыня! Ты что, обалдел? Обалдел, сударыня, обалдел! И давно ты в лакеях служишь? С малолетства! И так и ничему и не научился. Ну как ты стоишь? А как ты держишь поднос? А что это за руки? Это же палки какие-то, а не руки. Ну-ка, стоим туда. Слушай, сударыня. Нет, все-таки сюда. Понял, сударыня. Живее, живее. Нет, лучше тут. Повинуюсь, сударыня. Лучше наклоним немножко вперед. Руки закруглю локтями. Головку на бок. И улыбайся, улыбайся. Помни, что улыбка для лакея. Господи! Какая у тебя большая улыбка! Никогда ты не взяла себе такой большой улыбки! Нигде только набираешь такую деревичку! Сударыня, пометьте, чтобы реверного судьи вам нигде и никогда не найти! Маска, погоди! Ля-ля-ля-ля! У меня пожар в груди! Ля-ля-ля-ля! Погоди, не уходи! Ля-ля-ля-ля! Ангел мой, мой божок! Ты все,
Два! Два! Вот и все сошли. Сейчас бежим, все, все, все. Ой, везде. Ой. О. А где Генрих с Розалиндой? Ага. А где Генрих? Ну, пошло что-то, да? Все хорошо, молодцы. Погнали. Thank you.
сколько на твоих взгляни. Милый мой, мои так спешат, что совсем ушли они. Я хочу без ласки посмотреть на эти глазки, чьи вы жертвы не хаи, я и часики мои. Смеется прочь моей мечты, когда моя все будет. Я знаю, что ты прелестна, не скрывай свою красу. Уж меня признаюсь честно, молодавка на носу. Я в нее уже люблю. Своего добьется он. Погоди, не убегай. Что-то будет, ай-яй-яй. Маркиз, а ты скажешь, который сейчас час? Думаю, около 6. 6? Мне пора ехать. Тебе туда? Послушайте, вы что-то путаете. Ничего я не путаю, действительно очаровательная. Тебе бы такую. А на какую улицу ты тут тазишь, Шейн? На зеленой. А дом? 13. Он красивый? Кто дом? Где ты тут посадишь, Шейн? Покрасивее тебя. И с ним была Розалинда? Что ты говоришь? Та жена. По нему она его очень... Элокей, поскорей шляпу не трось! Элокей, поскорей шляпу не трось! Элокей, скорей, на шляпу не трось! 6 утра, мне бегу, давно пора! Элокей, поскорей, дай шляпу и трось! Элокей, скорей, просидось, шляп раз! Элокей, скорей, просидось, шляп раз! Грустно после пала, иди в тюрьму! Специально. А ты же всегда. Ну, я всегда так делаю, да. Конечно. Очень красивая штука у тебя на плечах. Вообще, ты как Лиза из «Пиковой дамы». Очень красивая. Ты сама делала или? Нет, купила. Очень красиво. Ой, боже. Мокрый, да? Фу, ну вроде хорошо, да, все? Человек соскучился. Ну да. Ну да. Не прыгал. Да. А балет уже все лягли. Ой, а я ж как у нас в театре иду прям. О, весь мокрый.